Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Huawei MatePad 10.4 2022 года. Сейчас я покажу, как на этом устройстве изменить обои. Итак, в любом пустом месте экрана нажимаем и удерживаем. Если не получается, то сдвигаем, свайпаем вот так двумя пальцами. Выбираем обои, и тут либо выбираем какие-то обои из галереи, у меня там ничего красивого нет, поэтому я буду выбирать из тех, которые он мне предлагает. Вот, например, искусство. Выбираете те обои, которые нравятся, нажимаете «Применить». Он спрашивает, куда вы хотите их применить. А вы выбираете экран блокировки, рабочий, либо же оба экрана. Я хочу на оба красные. Красную заставку сейчас актуальненько, к сожалению. Но настройки обоев, все, блин. Все, есть красная заставка. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч, до свидания.